Последние два месяца мы посвятили «Звездным войнам», так как пребывали в сладком предвкушении перед премьерой 7-го эпизода. Мы погрузились в эту сагу с головой, чтобы и вас подготовить к пробуждению силы. Фильм вышел на экраны, и мне удалось его посмотреть, а теперь хочется поделиться впечатлениями. Это первый эпизод из серии мнений о фильмах под названием «Честное мнение на «Звездные войны. Пробуждение силы». Итак, поехали. В кинотеатре вспыхнули аплодисменты на первых нотах заглавной темы, а меня насквозь пробрало мурашками. Началось. В далекой-далекой галактике снова бушуют звездные войны. На этот раз преемником Империи стал Первый Орден. По сути, та же Империя с еще большей машиной уничтожения планет под названием Starkiller. Повстанцы снова ищут карту, только теперь не чертеж оружия, а план местонахождения их козыря, последнего джедая галактики. Люка, который ушел в изгнание через 10 лет после того, как окончилась война на Энторе. Джедай пропал, и тьма сгустилась. Сюжет фильма наверняка специально был сделан на повторении и отсылках, чтобы утолить нашу жажду и вызвать сладкий привкус ностальгии. Но многим, да и мне тоже, он показался качественно переработанным ремейком. Ну вот посудите сами. Политическая организация с круглым логотипом, с генералами и армией штурмовиков воюет с повстанцами. У повстанцев появилась карта, можно сказать схема. Она отправлена с роботом на пустынную планету, где ее находит джедай, ребенок главного джедая Скайуокера. Но она не знает своего отца и не имеет понятия о силе, да и за пределы своей пустынной планеты не вылетала. Она с роботом и еще одним спутником встречает Хана Соло и Чубакку. Они летят на Соколе Тысячелетия к повстанцам. По дороге джедай встречает низкорослое существо, которое рассказывает ему о силе. Джедая, девушку, берет в плен злодей в маске, который подчиняется старому злодею в робе, называя его верховным лидером, на гигантском круглом оружии, способном уничтожить целую планету. Герои ее спасают, ситх оказывается вовлечен в интригу отец-сын, отец погибает, повстанцы атакуют это оружие и уничтожают его, когда в самый последний момент герои улетают. Ничего не напоминает? Но, тем не менее, это не помешало ему стать оригинальным и идеально продолжить сагу. Санта-Барбара сплелась с семейными интригами. Сын, дочь, отец, дядя, тетя – все это удивительным образом продолжило звездную драму. И совпадение, которые кажутся просто невозможными, говорят лишь о том, что Абрамс пошел по стопам Лукаса и не стал широко разветвлять историю. Все главные злодеи и герои, как всегда, имеют близкие, родственные или дружеские связи. Я не удивлюсь, если слух о том, что Финн сын Лэнда, окажется правдой. Сценарий фильма, особенно первая его половина, оказалась наполнена до отказа всем тем, что мы любим в «Звездных войнах». Юмор, драма, философия, интрига и сюжетный поворот идеально подвели нас к финишной черте, оставив массу вопросов, на которые, я уверен, мы узнаем ответы в следующих частях саги. Тон фильма угадывался еще в трейлерах. Это не тот фэнтези, которым являлась трилогия приквелов, чему я был несказанно рад. Дух и атмосфера напоминала старую добрую оригинальную трилогию, только снятую с современным эпическим пафосом, от которого все выглядело просто завораживающе. Звуки, музыка, картинка – все оказалось на высшем уровне. В этом плане фильм может являться эталоном кинематографического прогресса. Единственное, что мне бросилось в глаза, так это стереоскопический эффект. Фильм сначала снимали на обычную камеру, а позже перемонтировали пленку в 3D, оставив кучу артефактов, которые раздражали глаз. Глобальных войн хоть и не было, но периодические стычки X-вингов с тайфайтерами удовлетворили мою ностальгию. Вот, правда, сражений на мечах было не так много, как хотелось бы. Небольшие стычки в финале не считаются. Это было не по-джедайски. А вот полеты на Соколе были что надо. От них не слабо захватывало дух. Одна из главных сильных сторон всей саги – это персонажи. И этим эпизод сумел меня порадовать. Они оказались продуманными и раскрылись в этом фильме полностью. Я с уверенностью могу сказать, что Финн – это веселый авантюрист, готовый пожертвовать собой ради справедливости. Чем-то очень похож на Хана. А в отважной, но нерешительной Рей течет небывалая сила. Эти двое – идеальные герои саги, которые обещают быть долгой и интересной. Дроид BB-8 показался мне веселым подростком, который имеет доброе цифровое сердце среди своих микросхем. Чем-то напомнил R2-D2, только шустрее и проворнее. Мудрая и справедливая масса казалась некоторым подобием Йоды, даже внешне чем-то его напоминая. Отдельного внимания заслуживает Хан. Этот скептик наконец-то признал наличие силы. Но это мы слышали еще в трейлере. Жаль только, что капитану Фазме выделили немного экранного времени, хотелось бы узнать ее получше. Но даже она осталась в моей памяти как сформированный персонаж. Генерал армии штурмовиков – властная и строгая женщина-воин. Мои друзья и подписчики все как один твердят о том, что Адам Драйвер – не лучший актер на роль зловещего Кайло Рена. И что большинство зрителей смеялись тогда, когда он снял маску и обнажил свои уши. Да, признаюсь, я тоже был удивлен и улыбнулся вместе со смешками в зале. Но потом я осознал, что его внешность идеально передает его характер. Молодой парень, который, кажется, вылез из студенческой комедии, чем-то напомнил мне главного злодея в фильме «Мальчик на троих». Nothing will stand in our way.
Он подарил нам ложное чувство спокойствия. Казалось, что этот парень с родинками на лице просто не может вместить в себе столько тьмы. Поэтому сюжетный твист с его отцом сделал свое дело на ура. Он сделал так, что этот фильм вошел во вселенную «Звездных войн» как подходящий кусок пазла. Он дополнил эту глобальную идею, мысль, которую Лукас доносит до зрителей уже почти 40 лет. Темная сторона силы невероятно могущественна. Она поглощает сознание целиком. В первых трех эпизодах мы наблюдали такой же твист, когда добрый мальчик Энакин, за которым мы следили три фильма, превратился в убийцу собственной возлюбленной, который дорожил больше жизни. Помните, как он за 9 минут из честного джедая превратился в серийного убийцу детей? А в следующей трилогии мы видели, как его ненависть наводила страх во всей галактике, уничтожив население целой планеты Альдера. Поэтому жертва, на которую пошел Джей Джей Абрамс, не напрасна. Помимо того, что она лишает сомнений относительно темной стороны, заставляя нас убедиться в ее могуществе, когда безобидный с виду парень хладнокровно убивает собственного отца. Эта жертва также позволила вывести Хана из игры. А ведь это тоже правильный шаг, с которым я полностью согласен. Не думайте, что я не люблю Хана или Харрисона Форда, я его просто обожаю. Но как бы мне не было тяжело это осознавать, он уже старый. А на стариках не построить продолжение такой легендарной серии. Посмотрите на Терминатор 5. У меня он вызвал лишь одну эмоцию – жалость. Франшизу можно и нужно двигать вперед, но для этого надо придумать такую многоходовочку, чтобы и героев новых ввести, и старых красиво убрать. И с этим Абрамс справился отлично. Достойная смерть Хана, который в последний момент прикоснулся к лицу собственного сына, трогает до глубины души. Хотелось бы отдельно отметить игру актеров. Несмотря на небольшой послужной список молодых героев, они были чертовски убедительны. Особенного внимания заслуживает Оскар Айзек. Я знал, что этот парень раскроется в этом фильме на полную, и он меня не подвел. Такая харизма сразила наповал. Теперь я жду его злодейское амплуа в роли Апокалипсиса. Ну и конечно же Марк Хэмилл, Люк Скайуокер. Его появление на экране не передать словами. Интрига, которая сплетала сюжет эпизода, накалилась до предела и взорвалась молчанием последней сцены. Я чуть не потерял дар речи, глядя в его глаза. Он не сказал ни слова, но я все понял по его взгляду. Я хлопал до боли в ладони, когда молчание переросло в финальную тему. Хочется завершить это видео каким-нибудь итогом. Мой друг, который является еще большим поклонником серии, чем я, еще не успев посмотреть седьмой эпизод, так как был в командировке, на мое короткое сообщение, я посмотрел, задал один лишь вопрос: сколько дашь из 100? И ответил 95. Пятерку добавлю тогда, когда посмотрю девятый эпизод. Трудно оценивать продолжение по 1/3. В общем и целом, я в восторге. Жду восьмого эпизода, как второе пришествие сами знаете кого. Оби-Вана Кеноби, конечно. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось мое частное и честное мнение. Оставляйте свои комментарии и не забывайте подписываться на наш канал. Да пребудет с вами сила. Cut the crap. Мы режем киноленты.